Damn. Группа спецподразделения «Тесла» вышла из-под Дебальцева, уничтожив российский танк. Группа спецподразделения «Тесла», выходя из-под Дебальцева, подорвала боекомплект российского танка. Об этом сообщает источник «Цензорнет». Трофейную российскую бронетехнику переплавят на детские качели. Об этом сообщает Минобороны. Группа «Теслы» вышла из-под Дебальцева без потерь. На выходе в 5 километрах на северо-запад от Дебальцева подорвали боекомплект оставленного русаками танка. Танк был без дизеля, не завелся, говорится в сообщении. Эту информацию подтвердил спикер партизанского отряда «Тени» Александр Гладкий в своем Facebook, добавив, что при взрыве бойцы протестировали в полевых условиях новую фишку для оккупантов и их полицаев, которая успешно работает.